8.00, участок 20, готов к работе. По всей республике стартовал второй тур президентских выборов. На территории республики открылось свыше 70 избирательных участков. Все они начали свою работу ровно в 8 часов утра, без каких-либо происшествий. Участок был готов к работе, у нас не было никаких проблем. Все шло по плану, нормально. И очень приятно отметить, что первый тур голосования прошел у нас без нарушений. Все прошло спокойно. И я очень надеюсь, что сегодня тоже у нас пройдет все спокойно. Несмотря на ранее дождливое утро, люди приходят с приподнятым настроением, считая своим долгом отдать свой голос за того кандидата, которого считают достойным. То, что происходит на сегодняшний день, все идет к лучшему. И потому будет прекрасно будущее. Выборы проходят под всеобщим контролем наблюдателей. К нам подходят избиратели, проверяют бюллетень, чтобы были все подписи председателя, секретаря. Затем каждый из представителей кандидата подписывает подписной лист, ставит свою подпись, и затем человек проходит на голосование, чтобы не было никаких фальсификаций, и все прошло чисто, гладко. Подготовительная работа была проведена заранее. Все участки к работе были готовы уже накануне. Пройдены проверки вышестоящих комиссий. И вот все члены участковой избирательной комиссии и представители кандидатов уже в 8 часов были готовы к началу голосования. Хочу поздравить всех с праздником и желаю всем, чтобы в Южной Осетии сегодня все прошло на высшем уровне и чтобы никаких эксцессов не было. Мы открылись ровно в 8 часов, все работники подошли вовремя. Мы открылись, никаких эксцессов у нас не было. Вроде как, несмотря на погоду, люди идут нормально. Высокая явка с самого утра наблюдается и в избирательном участке номер 7, который находится в здании средней школы номер 6. У меня гражданская позиция, что каждый человек должен выполнить свой гражданский долг. Граждане Южной Осетии проголосовать за наше будущее, за наше лучшее будущее. Так что проголосовать за нужного кандидата, за которого считают нужным. Вот, всем желаю хорошего здоровья, крепкого и стабильной Южной и процветающей Южной Осетии. В целом выборы проходят в праздничной атмосфере. Избиратели приходят в хорошем настроении. Стелла Бязарова, Фатима Чочиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня.